Всем привет, друзья! Вы на канале Games Reviews, и с вами, как всегда, Пип. И сегодня мы смотрим с вами игру, которая называется The Blood Mission от студии Hot Code Games. Я знаю, что у меня на канале много фанатов зомбятинки, поэтому это видео специально для вас. Давайте посмотрим, что игра из себя представляет. Начинаем новую игру. Хорошо, я готов начать. Итак, у нас есть кнопки для управления WASD. Ага. Так, пробел, продолжить. Так, как мы можем целиться мышью для врагов? Прицеливаемся, стреляем, ударяем. Так, давайте все попробуем. Так, на пробел у нас... Что у нас? Ага, это у нас удар ногой. А как нам... Вот так мы стреляем по ним. Вот так вот. Все. Понятно. В принципе, все понятно. Так, что это за зелье? Ага, нам нужно еще генератор какой-то. Так, а вот это вот уже опасненько. Так, управление, конечно, тут паршивенько сделано. Так, а чё ты ногой-то не бьёшь? Алло. Да иди ты отсюда. Так, а у нас, получается, патроны кончились, да? Иди отсюда. Так, нам надо, видимо, окна заделать. А как нам окна заделать? Нифига мы не можем окна заделать. Так, хотя бы с них выпадают патроны. Эй-эй-эй. Так, ладно, давайте побежим дальше уже. Так, у нас есть дырка. Мы можем провалиться в... Ох, нифига себе, мы сразу провалились вниз, да? А ну-ка, пошел отсюда. Нам надо патрончиков. Так, идите к генератору, да? Ну, идем, допустим, мы идем к генератору. И что нам нужно сделать? Нужно добавить кровь 4 зомби. Хм, допустим. А это что такое? Так, кровь 4 зомби, да? Где ж столько крови-то достать? Блин, слушайте, ну она бьет вообще фигово. Еще у нас получается зомбаки падают сверху. Ох, нифига себе. Воу, смотрите, там какой-то чувак в колбе. Так, антидот мы нашли. Так, а мы, походу, начинаем дохнуть. А как нам антидот принять? Во. Так, мне кажется, мы сейчас подохнем. Так, на двойку. А, что-то мы не лечимся на двойку, нифига. О, все, мы сдохли. И ничего даже у нас не получилось сделать. Давайте загрузимся еще раз. И, ну что? О, смотрите, где мы начинаем уже. Мы начинаем наверху. Ну-ка. Что мы активировали? Это, видимо, мы активировали барьер, да? Нам надо... Ох ты! Да ладно, мы сразу сдохли. Офигеть. С одного удара. А, мы начинаем... полудохлый уже. Так, это уже тут все активно. Так, и нам надо как-то подняться наверх, да? Давайте замочим этих зомбаков. Блин, они шустрые какие. Не так просто еще убиваются, смотрите. А ну-ка лежать.
Так, мы нашли кровь зомби. Это уже хорошо. Давай, 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 беги, господи, какое же управление через задницу сделанное. Во. Мы активировали. Да блин. Я не понимаю, почему мы дохнем так быстро. У нас, видимо, заражение идет, да? А как нам лечиться, вообще непонятно. Так, ну может к этой штуке надо подойти? Так, нет. Кровь зомби. Нам нужно получить. Ё-моё, посмотрите, сколько просто там ходит. Так. А, перепрыгнуть мы не можем, да? Да. Кровь зомби нам нужна. Хорошо, будем вот тут двигаться. Попробуем пройти вот с этой стороны еще раз и очень аккуратненько. Так, ну, давайте зомби. Нормально так он с лестницы-то пролетел. А что это за звук такой? Стрёмный. Да господи, застрели ты его уже до конца-то. Во. О, у нас патроны для дробовика, которого у нас нету. Так, я надеюсь, она на нас не упадет. Так, я вижу кровь зомби. Ну, давай же, скорей, поднимайся. Так. Так, мы кровь зомби аж две штуки получили. Так, надо активировать. Все, решетки мы активировали. И теперь они уже через окна не смогут пролезть. Так, в задницу прям несколько патронов задолбили. Так, а сюда мы можем пройти? А, там ничего нету. Ну ладно, нету так нету. Хорошо, патроны мы взяли еще для дробовика. Очень долго перезаряжается, очень криво стреляет. Ну, давай, давай уже, добей его. Так, и у нас один зомбарь. Так, куда ты из окошка-то вылез? Так, эти, ладно, эти сразу дохнут. Так, а сколько мы... Сколько мы крови зомби собрали? Я пока не знаю. Блин, стоит нам идти наверх-то вообще? Давайте попробуем там, смотрите, еще одна штука стоит. Так, ну-ка. Во. Нет энергии у генератора. Ох, блин, там, смотрите, скелет какой. Так, надо аккуратно тут быть. Потому что, мне кажется, вот это какой-то жесткий зомбарь. Так. Так, убили мы его. Блин, мне кажется, сейчас как только мы... О, смотрите, еще одна кровь. Ох, нифига, он бежит, беги быстрее. Беги, беги, беги. Да серьезно, как его, как от него убежать? У меня не дробовика, а вон дробовик, кстати, наверху лежал. Офигеть. Ну, слушайте. Это очень сложно. Ладно бы мы как-то могли вот этих еще зомби убить. Откуда вас столько тут сразу взялось-то? Блин, они еще падают прямо на меня. А тут, получается, тот зомбарь стоит. Он вообще какой-то лютый. Он сразу... Так, давай, дохни, дохни, дохни.
Ну, эй, что произошло-то? Что произошло? Почему инвентарь? Что нам нужно сделать в инвентаре? Я ничего не могу. Почему экран потух? Вообще очень странно. Давайте еще раз перезагрузимся. Блин, игрушка на самом деле неплохая. Но в ней очень много недочетов. Во-первых, управление кривое. Персонаж просто тупо. Так, смотрите, кстати, можно в голову целиться. И они сразу дохнут. Вот это уже прям плюс. Только еще попасть надо вот по лежачим. Так, ну как мне в инвентарь-то? Я же не вижу. Он за экраном. Так, ну. Я просто не понимаю, на какую нам кнопку надо нажать, чтобы в инвентаре взять нужное нам что-то. Я вот сейчас нажимаю абсолютно на все кнопки, и ничего не происходит. А настройки у нас прям где-то за пределами. То есть что-то вот в левом верхнем углу показывается. Что произошло-то, блин? Давайте новую игру начнем. Какая-то чушь прям. У нас игра начала тупить на ровном месте. Так, антидот взяли, да? Допустим, мы взяли антидот. Так, ну-ка. Стреляем в голову. Нет, да, не попадешь тут в голову. Ну-ка. Так, тут мы бежим. Воу. И провалимся вниз, да? Так, эти сейчас все зомбаки еще будут. Так, нам надо же генератор. Так, генератор мы запустили, да? И теперь можем... Ох, нифига себе. Смотрите, мы еще там в подвал можем провалиться, оказывается. Так, давайте. Да что ж ты застреваешь-то? Так, нет энергии в генераторе. Не подходи ко мне. Так, я вижу кровь. Бежим. Так, теперь мы можем... Нет, мы не можем активировать, но нам вон... Нам показывается, что нам нужно к генератору. Давайте как раз подбежим к нему и запустим электричество, видимо. Вот. Одна кровь зомби добавлена, и мы уже, смотрите, можем, получается, одно окно закрыть. Блин, зомби какие-то еще упоротые. Так, еще кровь нашли. Так, теперь бежим и запускаем еще один уровень генератора. Вот. Теперь мы можем, смотрите, второе окно закрыть. Если бы не кривое управление, которое тут подвисает прям дико, было бы намного круче. Так, второе окно закрыли. Давай. О, смотрите. Мы тут сразу все собираем. Так, эти сразу дохнут у нас, хорошо. Давай, собирай все патроны. Патроны лишними не бывают. Ну, а вот тут ты что не берешь? Идиотизм какой-то. Ладно, допустим, мы взяли еще одну кровь. Блин, а там уже зомбаки снизу ходят. Алло, ребят, вас сюда никто не звал. У меня что, патронов тут миллион, чтоб... с вами разбираться постоянно. Так, еще одна кровь добавлена. О, а тут что такое? Не знаю, что я сделал. Так, ну, зато мы можем тут уже третье окно закрыть. Так, все. А, по сути, мы можем продвинуться. Давайте
Воу-воу-воу, ребят, вы куда спускаетесь-то? Не надо пока спускаться. Смотрите, мы еще можем вообще вниз провалиться там, но там какая-то жопа, походу. Вообще прям капитальная. Поэтому мы туда пока идти не будем. Так, этого замочили. Этого замочили. И этого замочили. В принципе, чем больше зомби мы убиваем, тем у нас больше шансов получить с них их же кровь. Так, а еще у нас проблема в том, что если мы сюда подойдем, мы заразимся, да? Так, поэтому лучше не подходить. Так, куда ты так бежишь-то, блин? Я даже отойти не успеваю. Так, вон еще у нас одна кровь выпала. Ой-ой-ой. Нет, ты лучше полежи. Так, мы взяли еще одну кровь. Ой, что мы сделали? Мы зомбака какого-то. Да как тебя убить-то? Охренеть, он вылез какой огромный чувак. Вот это да. Ну-ка, давайте загрузимся. А, мы загружаемся уже почему-то с четырьмя. Так, нет. Почему-то странно, у нас загрузка работает не сначала, где мы сдохли. А откуда-то вообще дальше? Да-да-да, я понял, что эту кровь надо в генератор тащить. Но чтобы ее притащить, мне надо вот этих всех упырей замочить. Все, бегу вставлять в генератор. И мы сколько, я не знаю, сколько мы крови тащим-то? Не сильно много. Но ничего. Так, две даже мы вставили. Нормально. То есть мы два окна сможем закрыть. Блин, а мне бы очень интересно было дробовичок взять. О, прям в мозг. Так, еще одна кровь нам. Два. Так, давайте... Мне бы еще одну кровь. Во, все, ништяк. Смотрите. Да блин, пролезай давай. Все, пипец. Все, бежим. Сейчас две еще колбы вставим в генератор и сможем тут все уже на этом этаже запустить. Я так понял, у нас экран тух из-за того, что мы включали генератор, а у нас не было... колб, и поэтому тух свет везде. Но теперь у нас все должно быть нормально. Но я до сих пор не знаю, как с тем зомбаком он расправится. Видимо, нам надо как-то с другой стороны идти. Все, тут мы все включили. Так, чувак, тебе надо сдохнуть. Тебе тоже надо сдохнуть. А как нам в ту комнату попасть? Да серьезно, блин, да что ты так хреново управляешься-то? Вообще пипец, мы некоторых патронов мы просто не можем взять. Ладно, я так понимаю, нам надо через низ идти. Через низ, вон как-то туда наверх. А это жесть. Потому что вот к этому чуваку надо только с дробовиком. По-другому мы просто не пройдем. Все, бежим. Нам даже стрелочка показывает, что нам нужно туда. И смотрите, нам надо до шестого этажа добраться. А это офигеть, как далеко. Так, главное нам по колбе не стрелять. Если мы сейчас по колбе стрельнем, это будет жопа. Вылезет этот упырь, которого мы застрелить уже не сможем.
Так. Ну, погнали. Получается. Ох ты, ё-моё. Ребята, откуда вас там столько? Пипец, как много вас. Так, ты сдох. Блин, он еще пытается встать. Так, мы, смотрите, еще нашли колбу. Но мы хотя бы еще можем вот отсюда стрелять. Так, еще, смотрите, колба. То есть мы уже две нашли колбы. Так, ну давай, сдохни. Блин, зашибись, ты еще и упал ко мне сюда. Сколько вас там, ребят? Пипец. Вы откуда такие? Блин, они все идут и идут. У меня патроны сейчас закончатся. И еще и, блин, кровь портится. Ее же надо успеть взять еще. Блин, одна испортилась. Так, бежим наверх, одну взяли. Так, вот вторая есть. Так, нам главное патроны. Так, и колба. Так, сюда можем пройти? Что-то мы взяли. Ай-яй-яй, тут зомбаки. Еще колба. Смотрите, а нормально мы тут. О, три колбы взяли. А, мы даже взять ее не можем, потому что у нас перебор. Придется бежать вниз. Вставлять в генератор. Так, ну у нас хотя бы хорошо, в генераторе нету. Точнее, рядом с генератором нету больше зомбаков. Но не считая того чувака в большой пробирке. Ну давай, давай, блин, что-то... Ты бежишь просто и тупишь. Просто берет и останавливается. Вот, 4, смотрите, мы вставили. Нормально, то есть мы целый этаж сразу можем запитать и все окна на целом этаже закрыть за раз. Блин, ну я еще не совсем уверен, поможет ли нам дробовик справиться он с тем упырем огромным. У нас жизни вообще пипец мало. О, я чем-то себя кольнул. И, в принципе, это ни хрена ничего не дало. У нас здоровья также осталось мало. Во, вот теперь мы немножко подлечились. Целебной капсулы. А, нифига, нет, нам надо на 4-й этаж. Это мы сейчас где? На 2-м? А, здрасте, приехали. А где лестница? То есть вы что, серьезно хотите сказать, что мне нужно идти вон там, где зомбарь стоит, вот тот дикий? Так я же там не пройду вообще абсолютно никак. Вообще просто никак. Так, а тут что? О! Офигеть, вот тут мы сейчас и бросим кони. Я нашел гранату еще, кстати. Как ее кидать, я не знаю. Давайте кинем гранату. О, смотрите, бахнуло так бахнуло. Так. Охренеть, блин, этот говнюк нас достал. То есть, смотрите, тут еще прикол в том, что персонаж не берет оружие назад в руки после того, как кинул гранату. Это что за бред? Серьезно, ты что тут на прогулке, что ли? Мы вообще-то тут в доме полном зомбаков, а ты вот так себя ведешь.
Блин, это жесть какая-то. Так. Я уже кучу всего набрал, но назад пока выбраться не могу. Так, 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 все собираем, все собираем, все, что можно собрать тут. Так, я надеюсь, тут сейчас упырь никакой не выскочит. Давайте перезарядим пистолет на всякий случай. Опа, а тут мы куда-то... Смотрите, какая-то штука, что это? Нужен ключ, чтобы туда попасть. Ладно, давайте наверх. Проберемся. А, и все? Это все? Ну что, бежим тогда наверх. Пробуем того зомбака замочить. Хотя... А, стоп. Стоп, стоп, стоп. Еще 4. Так, у нас есть 3 лечилки. Во, полная жизнь. Антидот еще вкололи. Вот теперь у нас есть шанс победить вот эту падлу, стоящую наверху. Давайте попробуем это сделать. Да господи, ты, блин, ну почему ты останавливаешься? Ты просто бежишь и просто сама по себе останавливаешься, хотя я держу бег. Так, интересно, а если я его трогать вообще не буду? Возможно, он меня не тронет. Ай-яй-яй, тронет. Стреляй, стреляй по нему. Да ты дура, что ли, а? Стреляй, блин. Ё-моё, нифига себе, мы его замочили. Я не знаю как, но мы его замочили. Так, 2 аптечки. Офигеть, я даже ради этого сбегаю вниз к аппаратам. Ай, блин, чуть не упали. Так, тут мы аптечку можем сделать. Блин. Мы антидота 2 сделали даже. Так, в смысле у нас не было крови зомби? Так, это у нас первый этаж получается, да? Теперь у нас бежим на второй. Второй у нас тоже весь активирован. Вы посмотрите, что там происходит. Там зомби больше, чем на всех других этажах. Я не представляю, что там на других вообще. Так. Так, 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 так. Давай, Валера, сюда не приходи. Да что ты, блин, куда ты прешь-то, дамочка? Блин, смотрите, сколько крови. Алло, стреляй. Дура, что ли, а? Блин, она еще тупит просто. Просто вот главная героиня тут такой овощ. Каких еще поискать надо? Просто максимальный овощ. Так, чувак. Эй. Дробовик. Охренеть. У меня же к нему куча патронов. А, ты еще заряжать будешь еле-еле, да? Так, я лучше спрыгну и возьму пистолет. Потому что, походу, блин, да откуда у вас столько валится?
Блин, а как бы тут пробежать-то вас всех? Нет, дробовик, короче, оказался полной шляпой. Если его так перезаряжать, мы просто умрем. Так, собираем патроны. И все. Мы все окна включили, все, больше тут они лезть не будут. Ох, нифига себе, как мы далеко-то прошли. Я даже не планировал, что мы сможем так далеко добраться. Можно, конечно, попробовать, блин, аккуратно все этажи пройти. Но я даже не думаю, что это интересно будет. Игрушка неплохая, но, блин, управление, конечно, просто желает лучшего. Управление просто все портит. Кто там так, блин, на пианино мерзко играет? Вообще прям ужасно мерзко. Блин, тут столько крови зомбячей. А мы ее, короче, взять не можем, потому что мы, походу, набрали уже ее просто очень дофига. Насыпь патронов дофига. Ну. Ну мы вообще, смотрите, мы идем прям на пролом. Да давай ты стреляй по нему, дура, а. Господи, какая же ты тугая. Тут половина зомби-алкашни какой-то в майке алкашки. Мы патроны взять не можем некоторые. Ну, давай в жопу прямо. Во, смотрите, жопный выстрел. Мы прям с одного выстрела в очко замочили зомбака. Так, а что нам с сортиром делать? А, то есть мы прошли сквозь сортир и что-то взяли. Ну-ка, а что за ящики? Ничего нам ящики не дают, но мы уже на четвертый этаж можем подняться. Так, ну давайте пойдем на пролом. На самом деле, я уже немножко устал управлять, так как управление кривое, но прям очень тяжко играть. Просто идем на пролом, насколько хватит сил. Скорее всего, сейчас какой-то опять... Ох, нифига себе тут пати. Так. Откуда вас тут столько взялось-то? Офигеть вы тут сейшен зомбячий устроили. Да стреляй же ты, господи, бестолочь ты, а? Как тебя вообще в этот дом отправили-то? Как ты сюда попала, блин, если ты даже, блин, перезаряжаешься через жопу? Мне же надо добраться до этой херни. А я не могу, блин, пройти, потому что ты, блин, убиваешь их еле-еле. Пока ты их убиваешь, их еще больше пролезает. А с дробовиком тут вообще не вариант долбить. Да стреляй ты, дура-то, а. Так, бежим, 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 бежим. Да беги ты, господи. О. Ай, блин, все, мы сдохли. Короче, что ж, ребят, ну, забавная игрушка, но надо очень много терпения и очень медленно и долго пробираться на третьем этаже, а на четвертом, пятом и шестом там, наверное, вообще ад. Но, в принципе, мне игра понравилась. Простая, забавная и сложная в то же время. Что ж, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии, я все их читаю, стараюсь всем ответить. Также, если вы подпишетесь на канал, не забывайте поставить колокольчик на все уведомления, иначе вы можете пропустить новое видео, которое выходит каждый день. С вами был Пип, канал Games Reviews. До скорых встреч, увидимся, пока.